Сегодня у нас 29 августа 2017 года. Вот мы едем вчетвером на велосипедах на первый мостик. Игнатий Тихонович, отец Яким, Никита, брат, я, Володя. Мальчика не было еще, вот поехали с ним сейчас, чтобы он посмотрел, что мы тут наделали. Камышки искали, лопаты положили, лопаты спрятали. Вот здесь вот ишка подбрасывает кверху, а потом вниз. Как камень там большой оказался, непонятно. Или там его убрать, камень тот, или здесь доложить. Колея-то с перепадом. Еще как надо щебня насыпать. У нас запасной кирпич и две машины бутового камня. Если весной будет перебивать, перебили, чтобы она пошла здесь, то еще машина будет. Написали на открытии, видишь, чтобы подъедет человек и думает, не застряну ли я, ему много министра. Видишь, как мы любим наш флаг России. Молодцы. Лучший в мире флаг. Помолимся. Господи Бог, навсегда не пришлет, и Бог, а не слава тебе, Боже, не слава тебе. Сами небесные дети, все Боже, святый крепкости, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкости, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкости, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, непризнанный веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, непризнанный веков, аминь. Отче наш, ежеси на небесах, да святится имя Твое. Приди царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам вместе. И остави нам долги наши, как же мы оставляем должников наших. И не вди нас в искушение, но избави нас от лукавого, но яко Твоей царство, силы и слава Отца, Сына и Святого Духа, не присни. Господи, благослови это место, Господи. Господи, благослови трудящихся на этом месте. Дай им, Господи, здравия. Душевное и телесное, возьми всех, Господи. Благословяется и освящается место сия. Имя воды священной имени Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается место сия. Имя воды священной. Сохрани это все, Господи, весною. Слава тебе, Господи. Слава Христу. Поедем сейчас на шлюз. А оттуда на второй мостик. Тебе попало, да? Мне? Ну. Не почувствовал. Тоже не почувствовал. Интересно, там вода красная. Так.
А? Вода красная. Красная? Почему? Не знаю. Велосипед берите. Там глубоко. Да, не красная, это... Под ними свалили. Вон они, на какие сваи-то торчат. Вон они. Где? Ниже он не мог никак. Пришлось на полметра выше поднимать, и поэтому у нас очень далеко вода заходит. Думали, что она будет здесь вот в размеры, где жертв. А никак. Дальше он никак. Надо только сверху поднять. Не могли знать? Никак. А как знать? Дело показало.